Суммируй лампочки. Один, два, три, четыре. What? Горит первая, третья и четвертая. Потом вторая, третья. Так, еще раз смотрим. Один, два, три горит. Затем три. И четыре. Погоди, я придумал. Maybe один цикл, то есть они горят за один цикл. Смотрите, один, два, три. Это получается сколько? Шесть. Потом три и четыре. Я чертов хакермен. Genius. Слишком плохое качество. What the fuck? Как управлять челиком? Может быть, зайти в настройки необходимо? Пауза. Сохранить, выйти. А есть какие-то настройки графония? Так, я помню, что качество можно улучшать было, ну, то есть менять графику, когда ты стартуешь игру. Может, мне нужно перезапустить? Выйти. Выйти. Перезапускаю игру, чат. Смотрите, какое качество ставлю. Ультра! Единственное качество, возможно, если что. О май гад! Какого черта у меня игра стала говняной? Настройки внутри игры? Здесь нет настроек внутри игры, отвечающих за качество. Здесь есть смена языка на русский. Применить и сброс всех достижений. Ну, то есть, начать заново, по сути, игру. Как можно было понять вообще? Как можно было понять, что это говно переключает что-либо? Прыжок. Я делаю прыжок. Ничего не происходит. Я не могу прыгать. Что? Я могу прыгать? Прыжок на левую кнопку мыши. И это все? Летающие блоки. О боже мой. Это уже что-то на уровне босса. Погоди, блок остается, кстати. Легчайше. Поехали. Вау. Супер хейтер. Погоди, а там были какие-нибудь еще секретки? Короче, нужно затестить уровень предыдущий, уровень с телевизором еще почекать. Вау. Я была невероятной скорости. Поехали еще разок. Где это был секретный левел только что? Ну-ка еще разок. Может быть, нужно запрыгнуть на блок посередине? Едрить, а как узнать, где этот блок находится в данный момент? Я не могу проскочить сразу к дверке. Почти получилось. А что если нижний блок? Нижний блок посередине. Кажись, я понял. Кажись, я понял идею. Теперь нам нужно подождать, пока верхний блок вернется. Оттолкнуться от верхнего блока и попасть в дверь. Nice.
Покрути что-нибудь. Колесико, например. Обратно раскручиваю. Слушай внимательно. Тихо. One, seven, five, five. Дальше я забыл. One, seven, five, five. One, three, one, three. One, three, one, three. Nice. Четность. Так, давайте сначала запрыгнем к дверке, чтобы не было излишних проблем потом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Maybe нужно было... О май гад, погоди-ка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Раз, два, три. Раз. Раз. Ну, я знал, как пройти этот уровень. Га... Плохое, кстати, слово написано. То есть, слишком рано. Пам! Молодец. До свидос. Азбука Морзе. Я гуглю. О май гад, как же легко. Как же легко. Что? 2-1-5? Какой черт побери 2-1-5? Засуньте свой 2-1-5 себе знаете куда? Запомни. Я все забыл. Так, блоки меняют расположение. А! В этом суть. Это легко. Раз, раз. Ставлю сюда. Ставлю сюда. О май гад. Ставлю сюда курсор, чтобы понимать, где находится этот блок. Прыжок бога. Алфавит. 0801-2005. А, Б, В, Г. А, Б, В, Г, Д. Е, ё. О май гад, как тяжело. О боже, здесь английский алфавит. A, B, C. A, B, C, D. Так, смотрите, A, B, C, D, E, F, G, H, A. О май гад. A, B, C, D, E. 20-я буква английского алфавита. T. Hate. Я даже не видел, что слово здесь какое-то написано. Да за что ненависть-то? Ла-ла-ла. Набери 80 очков. Нажми E, чтобы танцевать. Чего? В смысле? Какой счет минус 4? Камон. На стрелочке, может, надо? Не нажимается. А!
Я дурачок. Шестьдесят очков, by the way. У меня уже больше 80, come on. А ты неплохой танцор. Ха, неплохой танцор. Открывается сегодня в 19:00. О, нет. Я не хочу представлять время на своем ПК. Ждем 7 часов, чат. Мы ждем 7 часов. Мы ждем 7 часов. Так, давайте пока видос какие-нибудь посмотрим, что ли. Как представить... Как, так, Google. Как переставить время на Windows 10? Как изменить время в Windows 10? Яндекс знатоки. Откройте параметры Windows. Вы можете сделать это, кликнув на иконку с шестеронкой в меню «Пуск», либо нажав кнопки Win плюс I. Win плюс I. Далее, время и языки. Отключаем опцию «Установить». Время автоматически, а также автоматическая установка часового пояса. Обратно, обратно. 2-2-2-1-1. Я понял. 2 2 2 1 1. Это было очень несложно. Это было крайне просто. 60-й уровень. Только в прыжке. Мы не можем двигаться, только в прыжке можем двигаться. The best game hater @gmail.com. А что, мне написать разрабу нужно, что ли? Мне еще писать на почту разрабу, что ли? The best game hater @gmail.com, чтобы мне выслали пароль. Я открываю почту. Так, что мы пишем, чат? Что мы пишем? Здравствуй. Здравствуйте. Сегодня мы... сегодня я... Я не очень хорош в написании речей, чат, черт побери. Очень тяжело начать даже вонючее вступление. Здравствуйте. Сегодня я решил сыграть в вашу замечательную игру. Она поистине просто потрясающая. Просто потрясающая. Увлекательные уровни. Хорошие и в меру сложные головоломки. И самое главное, они действительно поражают разнообразием. Восклицательный знак. Это вступление. Это вступление. Проходить игру. Проходить игру. Проходить. Одно удовольствие. Ошибка в слове. Удовольствие. Удовольствие. Но случилось совершенно непредвиденное обстоятельство.
Я дошел до 61 уровня. До 61 уровня. Скриншот. Прикрепить скриншот. И увидел сию картину. Скобочка открывается. Скриншот прикреплен. Насколько я понял, для того, чтобы пройти данный уровень, необходимо написать именно вам, что я собственно и сделал. Так вот, о чем? Нет, так вот. А, нет, в жопу, так вот. Плохое очень слово, очень плохое сочетание слов. Смиренно. Прошу вас выслать на этот адрес почты. Нет, смиренно прошу вас выслать в ответ на это письмо пароль для прохождения 61 уровня. Надеюсь, я все правильно понял. Смайли фейс. Благодарю. Точка. Отправить. Ух, хорошо. Так, осталось подождать ответа. Вау! Невозможно! Невероятно! I didn't guess that you are so clever and you can solve this. Here a little combination of numbers which can help you in some way. 0621031. Вау! Fuck you! Окей, next level. Это что такое? Стираем все необходимое. Как монеткой, знаете, в лотерейном билете. Ну, в принципе, достаточно, я думаю. 6, 6, 5, 3. Let's go. Oh my god. Ух, уровень 63, чуваки. Это чертов лабиринт ужаса. Нам необходимо преодолеть его. Так, сюда мы не можем запрыгнуть. Да ты рофлишь, что ли? О май гад. Жесть, это настоящая сложность. Найти выход из лабиринта, чат. Можно же заблудиться просто-напросто. Я не знаю, правильным путем я иду или нет. Я иду очень высоко. Возможно, это ошибка. Ага. Что, если я перепрыгну здесь? Еще раз здесь. Джебейтед. Кайф, я нашел проход. Уровень 64, следуй за направлениями. О май гадик.